Всем доброго времени суток, сегодня 8 ноября, канал Изимани. Хочу поднять вопрос по поводу Амазона, связанный с размещением видосов на наших фотках. Так, если кто через YouTube проходит, можно ссылочку на Facebook группу перейти под каждое видео, есть ссылочка, или через шапку канала. Здесь располагаются все группы, или здесь, или вот в описании. Все группы, которые мы, так скажем, ведем, они как бы разбиты на то, что было интересно. Это конкретно по отзывам, по доставке, по книгам, Европе, дропшипам, ну и так далее. Данное видео посвящается тому, как разместить видео в Фейсбуке. Это, конечно, громко сказано, но в любом случае, это я обратил внимание, я так понимаю, это у нас новость какая-то. Нигде я об этом не слышал. Ну, хотел рассказать и поделиться. И отметить важность, так как мы очень плотно занимаемся сейчас отзывами. В принципе, 10 отзывов в пакет мы уже спокойно делаем. Стоимости здесь никакой нет. То есть обращайтесь к Сергею, вот наша группа по отзывам. Система достаточно здесь простая. Здесь вот все правила, как мы делаем отзывы. Это касается и тех, кто заказывает отзывы, и кто пишет отзывы. Заработка здесь особо никакого нет, ну, можете сами почитать. То есть мы просим людей только стоимость товара, по которой вы будете продавать, на ваше усмотрение, и, соответственно, цену доставки по Америке. Далеко не у всех есть Prime, далеко не все живут в Америке, плюс много всяких дополнительных затрат возникает, так что вот на данный момент такая ситуация. Если посчитать, как мы раньше делали, 50-70%, это даже более выгодно, и отзывы верифицированы. Мы уже сделали здесь, в принципе, в группе достаточно много отзывов, то есть, ну, многим помогли, так скажем, так что имейте в виду, кому нужны отзывы, обращайтесь. Вот админ группы, он самый главный, старшак по этой всей ботве. Вот, так что в любом случае поможет, чем сможет. Возвращаемся, значит, к видосам. Нам показывали, как делают видосы, устанавливают вот сюда. На данный момент в очередной раз Amazon изменился. И смотрите, что теперь происходит. А происходит вот такая вот история, что теперь нам добавили related видео. Если в отзывах у вас нет видосов, вам засовывают что-то по смыслу или не засовывают ничего, ну, то есть Amazon сам выбирает. Но если у вас в отзывах есть видосы, вот, например, или, например, вот здесь вот, то есть там, я не знаю, вот продукт, и в отзывах у него есть видосы, вот где-то там в глубине, здесь появляется видео. Так что на данный момент Amazon приятно радует, вот, имейте в виду, насколько важно сделать видосы. В принципе, возвращаясь к Facebook-группе нашей, если вам нужно вставить видос, а сейчас на данный момент это в 10 раз важнее, чем даже раньше было, потому что раньше наши отзывы там вниз падали и так далее. Но теперь, я думаю, это будет вообще супер такое условие. Очень удобно, очень интересно. Можно профессиональные видосы делать самому. И вот здесь, это достаточно у нас высоко, то есть у нас идет description, здесь осин, и здесь уже пошли у наши видосики, конкретно под товар. Здесь у нас, ну, все в принципе стандартно, то есть добавили новую группу элементов, которые не надо там быть каким-то там супер товаром, там или еще чем-то, вот, но в любом случае вот такая вот новость. Я думаю, многим это понравится, но имейте в виду, что у вас должны быть видосы. Потому что если мы зайдем на Amazon, предположим, на любой товар, неважно какой, ну вот, хендгрип, ну я не знаю там, ну вот пускай, брошюр, как он там, ну вот, здесь ничего нет. То есть далеко не у каждого товара это есть. Можно попробовать там бруша вот эти взять. Браш, не знаю, как они там говорят. Так, заходим сюда. Браш выбираем какой-нибудь. Ну, какой-то, ну, бестселлер, например.
Идем. Ну вот, здесь тоже нет. Так что имейте в виду, надо сейчас на данный момент, кто знает причину, по каким вылазит, вот у моего товара, как я обратил внимание, у моего товара очень много видеоотзывов, потому что когда я заказывал отзывы, я всегда просил видосы снимать. Даже отрицательный свой отзыв на одну звезду я закрывал трехзвездочным отзывом, потому что в Амазоне считается отрицательный отзыв с трех звезд. Мне написали отличный отзыв, мне воткнули видос, который я дома снял. Вот, можно и профессиональный видос засунуть сюда, естественно. Вот, и вот, пожалуйста, все дела. Вот, пожалуйста, здесь, конечно, к товару не относится, к этому конкретно. Почему? Потому что могу показать, если мы возьмем там, например, Кидзи. Здесь те же самые ролики, потому что, я так понимаю, в отзывах, отзывы у них без видосов. Ну, я видео, по крайней мере, не вижу. Вижу только фотки. Так что обратите внимание на видеоотзывы. Это очень важно в нынешних условиях. Ну, в принципе, как и вся на Амазоне. Теперь идем следующий. Вопрос был сегодня. Я видос снял, но забыл рассказать по теме, связанной с SEO. Бангладешским, пакистанским и так далее. Смысл в чем? Механизм, кто не видел, не ленитесь, возьмите, забейте в YouTube, например, виш-лист Amazon, как добавить виш-лист Amazon там на английском, ну и так далее. То есть элементарная вещь. Посмотрите большое количество отзывов и всего остального. К чему я все это говорю? На данный момент у нас, вот я один видео показал, мы двигаем через раздачу. Через раздачу мы вышли на первую страницу. У нас маленькое количество отзывов пока, было 2, не было продаж, вот сейчас 5, у нас, сколько там продаж-то было, вчера, но продаж такие были, то есть мы экспериментировали с ценой, мы опустили приличную цену до уровня себестоимости, у нас было вчера 5 продаж за несколько часов, то есть в принципе я считаю это очень успешный результат на данный момент, но просто радоваться смысла нет и заработка опять же нет, то есть мы просто тестируем. Почему мы это сделали? Потому что у нас всего одна фраза продвинулась, а вторая фраза, которая посеяла, у нас люди кидают. Ну, просто берутся за работу, ее не делают. И это видно по этим самым, как они называются, по сессиям. Вот, и на данный момент мы подумали попробовать пока ценой поиграться. Вот цена сработала, причем сработала очень хорошо. Сегодня мы опять это запускаем уже на всю ночь, но цену поднимаем. То есть уже, чтобы зарабатывать какие-то деньги. И мы проделали еще эксперимент помимо цены. Это сделали собственно. То есть мы посмотрели, как эти индусы все это делают. И человек, который этим товаром занимается, взял не крутую какую-то фразу, одну из фраз ключевых своих, на которой всего там 10-15 продаж в день на первой странице. И он взял, не поленился. Механизм весь нарисован в интернете. Все есть. Посмотрите. Создаешь на определенном сайте индивидуальную личность. Эту личность регистрируешь. Заходишь на свой аккаунт, причем качественно. Индусы еще неизвестно, как будут делать. Они могут просто добавлять виш-лист, все стирать и заново заходить. Снова браузер, без кук, без всего. Вот. А вы можете зайти, написать еще вопрос, там, побыть на аккаунте, но это же ваш аккаунт. Вы сделаете это максимально качественно. И минимальными рисками бана. Абсолютно минимальными рисками. Соответственно, зашли, написали себе вопрос, добавили виш-лист. Зашли к конкуренту, с двум, например, вначале зашли к конкуренту, потом к себе, написали вопрос там, везде стандартные вопросы, все сделали, вышли, добавили только свой товар, вышли, удалили аккаунт, опять создали индивидуальность, личность, потом, соответственно, зарегистрировали, естественно, с разных IP-адресов, все дела, но в интернете вот человек взял, не поленился, двое суток убил, потому что я ему это продвижение предложил и говорю, ну есть риск бана, он говорит, я все проверю, он все проверил, посчитал, что риск минимальный, при правильном подходе к этому делу. Вот. И на данный момент, так как SEO нам никто не двигает, мы взяли, просто это в ручном режиме проверили. Вот. Так что, кому делать нечего, у кого есть возможности и нет лишних денег, можете взять какую-то небольшую, ну, какую-то такую неконкурентную фразу, попробуем. Мы не продвинули на первую, конечно, страницу. Вчера он всего сделал, он говорит, около 15-25 заходов. Ну, мы как бы не профессионалы этим заниматься. И все получилось, то есть человек с непонятной страницы, там, с 10-й, вывел свой товар на вторую страницу. Пускай, как бы там ни было, результат налицо, если там этим, так скажем, более серьезно заняться, ну, вот такой результат.
Можно платить 200, 300, 500 долларов. Да, я понимаю, там есть более конкурентные ниши, но вот такая вот информация. В принципе, дополнил я сегодняшний видос, думаю, достаточно. Подписывайтесь, входите в группу ВКонтакт, подписывайтесь на канал, мой ВКонтакт, это Facebook. Подписывайтесь на канал, ну, лайки, дизлайки, все как всегда. Всем удачи, всем пока. Кому надо там какие-то вопросы задать, обращайтесь в Skype, обращайтесь под видосом, ну, или в группе Facebook.